Так, всем привет. У нас сегодня вот такая пасмурная погода. И мы копаем в коробах картошку. Картошка вот неплохая. Уродилась. Вот это крупная такая картошечка. А это вот, вот с одного ряда, вот мелкая такая. Вот сейчас копнет вот кустик, и мы посмотрим. Вот мы подкапываем вот этот кустик один. Сейчас посмотрим, сколько на кустике здесь картошки у нас. Вот, не может даже вытащить. Я, наверное, не с той стороны встала. Вот давай переворачивать туда. И вот с одного кустика. Ты кучку пока ложи. Сразу туда. Ну хорошо. Не хочет кучку. Хотел показать, сколько картошечки с одного кустика. Вот такая вот уродилась у нас картошечка. Мы уже вот собрали там в мешке, да? Да. Сейчас посмотрю. У нас вот куры, где копали сверху, и вот позеленела немножко некоторая картошечка. Вот. И куры работают здесь, и папа у нас здесь работает. Вот. В огороде у нас остались одни баклажанчики. Я их не собираю, потому что завтра, наверное, соберу, чтобы они не завяли. Вот, а так мы... И вот картошка в коробах осталась. А так мы в основном, вот у нас весь огород уже чистый. Мы уже все собрали. Из тех грядочек, что у нас росли, мы собрали вот таких пока 3 мешка картошки. Вот они, он завязанный. Я хотела показать, какая картошечка. Ну, в общем, картошка хорошая, крупная. Я отвязала мешок. Вот такая вот картошечка. Крупненькая, хорошая, есть средненькая. А мелкую мы отдельно ложим. Совсем, которая мелкая, я и буду варить курочкам. Вот я посолила немного капусты. Вот у меня такая соленая капусточка тут стоит. Собрали мы тыкву. Здесь 32 штуки. Вот такая вот хорошая тыковка. Кабачки собрали мы. Вот. Вот. В общем, вот столько получилось у нас тыквы. Урожай вот такой вот тыквы. Я вчера одну тыковку отдала козочкам. Вот. Ну ладно, всем пока-пока.